коридорах элеганта сегодня как никогда тесно. Привычные производственные помещения на ближайшие дни диспансеризации превратились в медкабинеты. Работников принимают специалисты разных направлений – терапевт, акушер-гинеколог и офтальмолог. Также мастера швейного дела имеют возможность дать общий анализ крови, проверить работу сердца, сделав электрокардиограмму, и сделать снимок легких в мобильном флюорографе. Конечно же, все наши сотрудники очень рады, потому что можно данные мероприятия и данные анализы провести в течение рабочего дня, не отходя, так скажем, от рабочего места практически. Поэтому это очень-очень приветствуется и нами в том числе. Болезнь, выявленная на ранней стадии, лучше поддается лечению, нежели ее запущенная форма. Однако часто из-за отсутствия времени терапевтический поход к врачу откладывается в долгий ящик. Я мама трех детей, времени все время мне не хватает, прохожу то с детьми, то, в общем, для себя никогда нет времени. Поэтому огромное спасибо поликлинике номер один за то, что вы приехали к нам на производство. Понравилось то, что организовано очень хорошо, без отрыва от работы, пришел в рабочее время, потому что для того, чтобы сдать анализы, попасть к врачу, это нужно определенное время, это нужно отпрашиваться, значит, идти стоять в очереди. А здесь все очень организовано, быстро, друг за другом все прошли. Выездную диспансеризацию на фабрике проводят впервые. Она абсолютно бесплатна для всех работников предприятия, вне зависимости от места жительства пациента. Руководство городской поликлиники планирует и дальше проводить подобные акции. Мы планируем дальнейшую работу в том же формате. Хотелось бы тоже обратиться к руководителям предприятия, что у вас есть возможность связаться с нами по телефону 27 97 87. И мы организуем такую же выездную бригаду, либо если удобно, то мы можем также организовать на базе нашей поликлиники, городской поликлиники номер один. Бригада медперсонала работает оперативно и в течение двух дней планирует принять почти всех работников. Это более 300 человек. Очередь расписана заранее, поэтому время отрыва от работы минимальное. Ну а результаты обследования работники получат в течение нескольких рабочих дней. Мадина Исмаилова, Геннадий Бухтаяров, Управда ТВ.